Там существует единый профсоюзный орган, единый представительный орган работников, называется ЕПОР. В нем состоят два профсоюза. Один профсоюз докеров, который не имеет подавляющей численности, это чуть меньше половины. А другой профсоюз работников водного транспорта, ПРВТ. Тот тоже не обладает. Но вместе они обладают более половиной работников, находящихся в этих профсоюзах, и имеют право выступать как представительные органы работников. То есть им достаточно провести конференцию свою профсоюзную, и, так сказать, вопрос о забастовке будет решен. Ничего уже не надо, ни дней, ни процедур, все процедуры уже сзади. Поэтому на сегодняшний день работодатель Global Ports, а для того, чтобы вы видели, как политический момент проявляется вот в экономической жизни, интересно, что сейчас руководителем, который российскими активами управляет Global Ports, является господин Баумгартен. Вам ничего эта фамилия не говорит? Баумгартнер. Наверное, говорит. Феликс. Тот Баумгартнер, который был арестован Лукашенко по делу колейной компании, которая пыталась обрушить Беларусь калий. И Лукашенко пригласил туда Дворковича, Баумгартена и еще одного его руководителя. Ну, приехал только Баумгартен, его и сразу и посадили. А потом выпустили под обещание, что его в России возбудят против него уголовное дело. А вот вместо этого он, значит, сейчас уже командует российскими активами Global Ports. Так что вот если мы на это пошире посмотрим, не так, как некоторые думают, вот я тут и знаю, что у нас есть, мы обсуждаем вопросы, как вести, как себя держать на переговорах, это все очень важно. Но не так важно, как сила сторон, и не так важно, какие организационные действия или политические они предпринимают. Что приняло, какие действия принял миллиардер Лисин после того, как ему пришлось пойти на уступки в прошлый раз при решении вопроса о коллективном договоре? В свое время при решении коллективного вопроса о договоре, когда упирался господин Лисин, и докеры поняли, что его просто забастовкой не проймешь. А забастовка здесь была очень долгая, полуторалетняя. Причем она была сделана очень грамотно. Грамотно в том смысле, что если вы просто бастуете, вот вы просто перестали работать, к чему это приведет? Ну, как тогда думал генеральный директор, это приведет к тому, что у вас в семьях кончится зарплата, и вы сами прибежите и будете, Владимир Ильич, это все у нас будет менять, это все будет колебаться. Нет, будет. Все вместе будет. Да, так что смотрите. Но он ждет, пождет, а не все работает, работает забастовка, по определению, которое дано у нас в Трудовом кодексе, звучит так, забастовка – это полная или частичное прекращение работы с целью добиться соблюдения определенных требований от другой стороны. Полное или частичное прекращение работы. Значит, вот сейчас, вот, скажем, делать полное прекращение, как я знаю, чтобы в Ивановской области все бастовали, они, у них закрывают предприятие, они начинают бастовать. Ну и нет никакой работы. И получается, единство между работодателем и работодателем уничтожает свое производство и работники, так сказать, тоже не работает. В итоге этого всего получается, что промышленность там пала. А здесь докеры шли по такому пути, они всю процедуру забастовок проходили, а потом забастовка 1 час в день. То есть к обеду присоединим. После обеда же полезно не сразу бежать, а немножко отдохнуть, прилечь, подождать, переварить, потом работать. Причем это забастовка. А существует порядок, что во время забастовки законной, когда вся процедура пройдена, забастовочный комитет вправе приостановить забастовку в любой момент. В порту был такой случай. 1 сентября в 6 часов утра была после прохождения всей процедуры объявлена забастовка. Через минуту. К этому времени, сейчас я скажу, что через минуту было, к этому времени представители работодателя везде были смотреть, как у вас получится забастовка или нет. И убедились, что она получилась. Все замерло,
Все замерло. В 6 часов утра все остановилось. Через одну минуту после начала забастовки забастовочный комитет приостановил забастовку, что он имеет право сделать, и предложил администрации пойти на переговоры еще раз поговорить. Те поговорились, сказали, да мы всегда были за, и договорились, и решили вопрос. Поскольку и докерам не надо было стоять, как это не самоцель, правильно? Это же не самоцель, что вместо того, чтобы работать, так сказать, просто бастовать. Ну и администрация, она убедилась, что будут бастовать, что она потерпит колоссальные издержки. Она достаточно умная и понимает, что ей не надо это несколько суток. Это ясно с первой минуты. Поэтому все решилось очень просто и грамотно. Вот. А тут, тогда, когда генеральным директором управляющей компании был господин Челядин, он выступал в газете «Метро», и вообще газету «Метро» приспособили для того, чтобы писать, какие плохие докеры, как они не любят производство, срывают нам нашу экономику, они вот чуть ли не враги России, не патриоты и так далее, и так далее. Значит, и в этой газете, которая, как вы знаете, в качестве учредителя имеет не российские лица. Это газета «Метро», как, скажем, газета «Мой район», которая, кажется, что прям «Мой район», вот прям тут в районе издают. «Мой район», он в каждом районе называется «Мой район». Газета, которая тоже с иностранным участием. Это очень часто бывает. Так что в этой газете «Метро» Челядин сказал, мы посмотрим, как они там просидят, что скажут семьи. А докеры установили следующий порядок, режим во время забастовки. Значит, остановка производства в день, в смену только один час. В разных компаниях по-разному его, эту один час прибавляли, или начало. То есть вы приходите не к 8, а к 9. Или перед обедом отдыхаем, а потом обедаем. Или обедаем, потом час отдыхаем. Или заканчиваем на час раньше, уходим домой, раньше видим своих детей, семью, жену и так далее. И ничего плохого в этом нет. Более того, это относилось к самой забастовке непосредственно. Кроме того, дополнительно докеры приняли следующие меры. Значит, сверхурочно не выходим. Сверхурочно обязаны выходить люди? Нет. Ну, раз не обязаны, вы не идете нам навстречу, мы тоже навстречу не идем. Мы бы с удовольствием, но обойдемся без сверхурочных. Так. Раз. Второе. Выходные дни работа. Она вообще оплачивается вдвойне. Ну, это какая-то потеря, конечно, в доходе для докеров. Они не выходят в выходные дни. В выходные дни не работаем. Два. Три. Нормы они обычно выполняли. На 160, на 180%. Обязаны на 180% выполнять норму? Нет. Выполняем на 102. Почему на 102? Ну, потому что мало ли там что-то будет, чтобы не получилось меньше 100. А кто на 103, то штрикбрехер. Кто рано приходит на работу теперь? Они обычно приходят на работу заранее, технику подготавливают, все, как когда все нормально, тихо, мирно. Ну, раз не тихо, мирно, вот, так сказать, ходил зампредседателя портового комитета Тимофеев по причалу, и приходит рабочий, он говорит, ты чего пришел так рано, ты что делаешь? Ты что, не знаешь решение, значит, забастовочного комитета? Чтобы я тебя тут не видел, но вот без 5-8 приходи, иди на работу. Дальше, когда люди приходят на работу, что нужно делать? Когда приходит на работу рабочий, что нужно делать? Подготовиться. Как подготовиться? Надо пригласить инженера по технике безопасности. Они везде есть у них. И он должен рассказать, как правильно работать. Это минут 20 он рассказывает. Потом надо задать вопросы. Вы подготовились ко мне? Сколько вопросов будет? Вот вы можете напридумывать вопросы, что я буду отвечать до конца лекции. Правильно? Народ тут грамотный собрался. Значит, уже это магистратура, поэтому нет проблем. То есть вы там 30 вопросов, вы 25, а вы 29. Заготовили, и все спрашиваете, а я обязан отвечать. Вот вы, наконец. А потом вы должны пойти вместе и проверить, потому что по технике безопасности, поскольку там идет крепление грузов, и есть подъемная техника, подъемные механизмы, там тросы, на 10 сантиметрах троса не должно быть больше одного обрыва нити проволочки. Если один обрыв, допустим, а больше одного, надо померить, проверить, нет ли этого. Вот мы проверяем. Закончили проверять. Теперь что нужно делать? Технику надо получать. Техника всегда исправная? Или наоборот, всегда при известном внимании
Можно, конечно, на ней начать работать, но можно поставить вопрос: давайте вы сделаете исправную технику, потом я на нее сажусь. То есть я беру бумагу, дайте у вас журнал для тех, кто обслуживает технику, и пишу: мне нужно вот это подготовить, вот это, вот это, вот это, исправить, сижу и жду, и сейчас спрашиваю через каждые полчаса: ну когда вы отремонтируете технику? Я вот же просто уже руки истосковались по работе. Когда? А вы все никак не можете сделать. Короче говоря, с обеда начинаем работать. И выполняем к вечеру на 102. Почему на 102? Чтобы не было обвинений в невыполнении производственного задания. Еще вот. То есть надо этот тариф тоже обойти. Короче говоря, ждет товарищ Челядин. Ждет товарищ Челядин, когда эти докеры перестанут. А лето? Они с семьями уезжают теперь по воскресеньям, по субботам на пляж, отдыхают как люди. Они вечером возвращаются рано и так далее, тоже хорошо. И кроме того, значит, думали и решили, что раз прибегнуть к самому крупному политическому средству, написали письмецо президенту, в котором сказали, что поскольку это очень серьезный объект, порт, вообще этот объект должен принадлежать, конечно, государству. И мы просим рассмотреть вопрос о национализации, потому что вот работодатель, в данном случае миллиардер Лисин, собственник этого предприятия, он интересы государства не учитывает, он не соблюдает нормы и требования, народ не соблюдает на самом деле законность, поэтому надо, чтобы этот порт стал государственным. Это уже такой вопрос перешел в политическую плоскость, но я думаю, что вряд ли это понравилось товарищу Лисину. Кроме того, вот тот, кто внимательно читает Трудовой кодекс, он увидит политический момент. И там написано, вот, например, такое, что во время забастовки кто руководит предприятием? Кто, собственно, решает вопрос работать, не работать? Кто? Во время забастовки? Профсоюз. Забастовочный? Нет, уже профсоюз. Уже он выделил, уже есть формирован забастовочный комитет. Если он вот не тех избрал, это да, он профсоюз может влиять на него, но вообще профсоюз, уже забастовочный комитет, вот тот орган, который решает вопрос, как проводить, как делать там. Ну, профсоюз может его собрать, там, сказать, после этого просить, поручить, обязать и так далее, но забастовочный комитет определяет дальнейший характер забастовки, приостановить в другой форме, вот там была такая форма избрана, уже теперь не будет не час, а 2 часа. Потом уже пошел разговор о 4 часах в день. А потом решили, что там и другие вещи написаны. Что написано? Кто отвечает за порядок в порту во время забастовки? Кто? Кто решает вопрос, работать, не работать? Кто это решает? Забастовочный комитет решает, не генеральный директор во время забастовки. Но забастовочный комитет отвечает за порядок в порту. Так, а потом вы пришли, разделись, положили хорошую одежду в шкафчик, она пропала. Кто за это будет отвечать? Вот забастовочный комитет пусть отвечает. Раз вы такие крутые, так вы отвечаете. И написано: за имущество работодателя, за сохранение, за сохранность имущества работодателя и работников. А имущество работодателя – это вообще все, что в порту. Так, следовательно, забастовочный комитет должен это организовать, всю эту охрану, правильно? Забастовочный комитет стал организовывать. Хорошо, а почему все-таки за порядок отвечает забастовочный? По закону. По закону? Написано в Трудовом кодексе. Во время забастовки. Он хозяин. Он может вообще ничего, никакой работы не вести. Поэтому, а кто будет? За работу, да, он отвечает. А почему за порядок он отвечает? А потому что он остановил работу. Не будет ли из-за этого хаос? Ну, написано так. За порядок во время забастовки. У вас есть Трудовой кодекс? С собой нет. Ну, вот вы, скажем, зайдете в интернет. Или купите, 120 рублей стоит. И тем более это нам нужно для того, чтобы нам подготовиться к занятиям. И к зачету. Вы увидите там написано, что за порядок во время забастовки отвечает забастовочный комитет. И за имущество. Что значит из этого извлекли товарищи бастующие? Они, значит, создали дружину. Как создали дружину? Каждая бригада, она не просто бригада, она же бастует. Каждая бригада, а бригада у них по 150, по 200, по 300 человек. Она же дружина, звено дружины. После этого они написали письмо в линейный отдел милиции, там милиция была.
и написали письмо руководителю предприятия Вере Челядину, что просим вас явиться на заседание забастовочного комитета, где будет рассматриваться вопрос об обучении и подготовке рабочих дружин для охраны порядка и охраны собственности и имущества работодателей и работников во время забастовки. Значит, как часы пришел замдиректора по режиму, как часы пришел линейный отдел милиции, и вопрос пока решался, ну, на начальном этапе, значит, у нас есть разные системы самообороны без оружия, да, и борьбы. Ну, как будем, джиу-джитсу изучать, дзюдо, айкидо. Этот вопрос тщательно изучался, выбирали, какие формы будут проводиться подготовки, как, где, в каких спортивных залах и так далее, чтобы обеспечивать порядок. А там же ценности всякие, чтобы ничего не пропало, чтобы все этого боялись что-то тронуть, чтобы не получилось, что потом бы обвинят забастовочный комитет. Ну, это уже и другая сторона. Если забастовочный комитет отвечает, кто-нибудь украдет в это время, а виноват будут, а в тюрьму потом посадят забастовочный комитет. Поэтому вот такие меры. И когда, значит, собственник, который имеет миллиарды, и который, грубо говоря, плевал на эти потери, которые нанесет ему забастовка, ну, несет какие-то потери, но для нее его имущество в таком объеме, это несущественно. Он понял, что куда-то зашла забастовка уже в политическую плоскость, и надо ее заканчивать. И приняли решение удовлетворить требования и коллективный договор заключить. При этом вот та газета, которую вот вы сейчас видите, держите в руках, она выходила еженедельно, а иногда два раза в неделю, и каждый работник порта ее получил, каждый, включая администрацию, конечно. А что касается руководства АО «Морпорт СПБ», они каждую неделю выпускали газету «Метро» 400 тысяч экземпляров. Ну, конечно, они по количеству превышали, но эти 400 тысяч размазывались на 5 миллионов города Ленинграда, а в порту концентрировано шло ровно столько, сколько есть работник, каждый работник получал. И в итоге обсуждал этот вопрос транспортный комитет Санкт-Петербурга и сказал, что такое заключение сделал. Я видел этот документ очень интересный в Смольном. Там было записано, что, значит, администрация морского порта в порту проиграла идеологическую борьбу коллективу. С этого момента, с этого периода, вот договор был заключен, но администрация создала газету «Наша компания». И эта газета хорошо изданная, хорошие силы набрали, журналистов хороших. Она там поздравлять стала всех рабочих, у кого день рождения, с днем рождения и так далее. Хорошие вещи писать. Ну и она, так сказать, стала постоянно выходить, и на сегодняшний день уже за плечами у этой газеты «Наша компания» большая проделанная работа. И тут администрация решила сделать необходимые изменения теперь в структуре, а именно присоединить к ООО «Морпорт СПБ», про который они писали, что это ООО «Морпорт СПБ» никакого отношения к этим бастующим компаниям не имеет. Дескать, это же юридические лица. Но то, что они принадлежат одному и тому же собственнику, и ООО «Морпорт СПБ», и первая стивидорная, и вторая, и четвертая, это вроде как это, на это акцент не делался. Дескать, это самостоятельные юридические лица, и ООО «Морпорт СПБ» никакого отношения к ним не имеет. И вдруг принято было решение собственникам, и обе эти компании стали, так сказать, вливать в ООО «Морпорт СПБ». Зачем? Затем, что в этих компаниях имеются докеры-механизаторы, работники механизации, которые обслуживают технику и обслуживают работу докеров, и какое-то количество, минимальное количество руководящего персонала, который организовывает производство. А ООО «Морпорт СПБ» – это одни управленцы. Они управляют, так сказать, всеми этими компаниями. Там бухгалтерия, там все службы, там пишутся все бумаги, там заключаются все договора. Все, так сказать, туда стекаются все деньги. Короче говоря, там состав такой. Там есть профсоюз ПРВТ, ни одного члена докера, профсоюза докеров там нет. После
включение в эту самую компанию Ломарпорт СПБ, двух компаний, а только две. Четвертую стивидорную оставили, из нее стали делать контейнерный терминал. Две компании туда включили, получилось, что преобладающего большинства докеров уже в Ломарпорт СПБ не стало. Это вот политический подход. Вместо того, чтобы там сидеть на переговорах и доказывать что-нибудь, вот сделали так, что вы теперь в меньшинстве, а если вы в меньшинстве находитесь, то согласно закону вы можете быть представителями коллектива в одном случае, если конференция коллектива примет решение вас считать представителем. Если она примет, ну большинство приняло, так и приняло. И конференция коллектива действительно собралась и приняла решение считать профсоюз докеров представителем на переговорах по коллективному договору. И профсоюз докеров выставил условие, что мы только тогда будем вливаться окончательно в эту самую компанию, если будет принято решение о том, что все условия коллективного договора будут соблюдены. А условия коллективного договора там значительно лучше, чем только по закону. Например, согласование всех решений, затрагивающих интересы работников, с профсоюзом. Если это не затрагивает интересы работников, можете не согласовывать. А сейчас уже в законе уже несколько лет действует не согласование, а учет мнений. В чем разница? Мнения учли, но да. Толком нет. Да, учли. Вот еще в советское время был такой анекдот. Ходил в райком, и там состоялся обмен мнениями. Пришел со своим мнением, ушел с мнением райкома. А учет мнения выглядит примерно так. Я, если это учет мнения, вот если я должен учесть ваше мнение на экзамене или на зачете, что я должен делать? Я должен внимательно вас выслушать. А после этого что я должен сделать? Ну, решать, как я считаю, нужно решить. Правильно? Право у меня такое есть? Есть. Я мнение учитываю. То есть учет мнения, но сейчас в Трудовом кодексе, может быть, для того, чтобы это немножечко подзапутать простых людей, эта процедура прописана, она кажется такой вот как бы красивой, такой вежливой. То есть, если вот вы представитель работников, то я работодатель, представитель работодателя. Работодатель вообще это организация. Работодатель это организация, которая нанимает на работу работников, а администрация это представитель работодателя, представитель собственника. Значит, вот я генеральный директор. Что я должен делать согласно процедуре? Если я собираюсь какой-то нормативный акт, который затрагивает ваше положение, например, я взял и отбираю у вас там часть отпуска за вредные условия труда, или перевожу с одной системы оплаты на другую, или решаю, что слишком жирно живут эти женщины с детьми, обойдутся они и без того, чтобы я с ними согласовывал вопрос о посылке в командировку и так далее. То есть я вот принимаю такое решение, я должен обосновать обязательно, процедура такая. Я пишу проект своего локального нормативного акта, проект приказа, и вам направляю. Вы председатель правкома. Вот. Вы получили ваши действия. Ваши действия такие. От вас законодатель не требует, чтобы вы обосновывали свою позицию. Вы можете согласиться, можете не согласиться. Если вы согласны, то вы об этом сообщаете, я издаю этот приказ. А чтобы вы соглашались, я могу вам даже премию давать. Могу я вам давать премию как профсоюзному организатору? Запросто, да? Нет, почему? Ну, просто нравится, я просто поддерживаю профсоюзы, у меня с ними партнерство. И я решил дать вам премию, поскольку вы много, большой вклад внесли в организацию работы, в слаженную работу коллектива с администрацией. Кто мне может это запретить? Никто. Никакая не, все открыто, никаких вам ничего в конвертах не давал, прям публичный приказ наградить. Ну, заодно еще, и таких-то, допустим, рядовых. Ну, и меньше сумма, конечно. А вам больше сумма. И все. Ну, это второй вопрос. Во всяком случае, но вы вот в данном случае, вы не только потому, что вы так считаете, еще вы знаете, как на вас посмотрят те, которые вас избирают, и вы говорите, не-не-не, я не согласна. Не согласны? Пишите мотивированное мнение по закону. Мотивированное. Что значит мотивированное? Ну, что-то вы хоть чем-то мотивируете это. От вас уже не требуется обоснование. Если вы же не генеральный директор, у вас нет служб, у вас нет там планового отдела, экономического отдела, юридического отдела. От как можно с вас требовать, чтобы вы писали обоснование? Вы не ученые, так? Вы напишите, чем, почему вы не согласны-то? Такое вам благое дело предлагаю, а вы там чем-то кочевряжетесь. Давайте пишите. Неважно, что вы написали. Вы написали.
если вы написали мне, прислали, что вы не согласны, и потому-то, и потому-то. Что я должен сделать? Я должен провести с вами консультации. Это что значит? Это значит, вот видите, у вас там вот бутылочка, и я должен какой-нибудь подкатить кофе или еще что-нибудь. Это уже на мое усмотрение. Могу ничего не ставить, но я должен вас пригласить и с вами этот вопрос обсудить. То есть это я должен сделать так, чтобы это не пропало, чтобы было записано, что вы приходили, что мы с вами консультируемся. Как я это сделаю? У меня в книге, может, записи посетителей будут. Вот беседа, консультация. Председателем правкома по вопросу о таком-то локальном нормативном акте. И я так сижу, и вы мне все объясняете, почему вы не согласны. А я внимательно, внимательно, внимательно вас слушаю и не перебиваю. У вас все? Я ваше мнение учту. Вот после этого, когда я вот этот пункт процедуры провел, вот после этого я издаю тот приказ в том виде, как он вам давал. Понятно? То есть эта процедура, она просто прообраз идет, она критерическая? Процедура – это откладывает принятие моего решения на неделю. Угу. И все. Вот люди думают, что их вот что-то это как-то решает. Это отложение. Но в этом тоже есть что-то. Вы, например, можете не согласиться, и в ходе этой процедуры, вот на том этапе, когда я вам в конце говорю, что я все равно издаю, вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она есть, а она не обязательно. Если она у вас в коллективе есть, вот как-то сложилось исторически, на какой-то конференции согласились с вами работодатель, представители его, и избрали такую комиссию, тогда да, туда вы можете туда обратиться. Если нет, можете напрямую обратиться в суд. Идите в суд. То есть это делается как обнадеживание все-таки того, что будет мнение пересмотрено? Да. Нет, что будет хоть рассмотрено. А оно на самом деле рассмотрено. Я рассматривал уже ваше мнение. Видели? Я сидел, вас не перевал. А зачем? Все культурно и вежливо. Я ничего плохого вам не говорил. А зачем я буду говорить? Я генеральный директор. У меня есть права. Я действую по закону. Я всю эту процедуру соблюд. Мое предприятие не умрет, если я вас дам вам. Сколько вам еще кофе налить? Конфеты любите, пожалуйста, вот кушайте. Мне 1000 раз конфеты эти вам обойдутся вашему коллективу, потому что я по денег-то получу после издания своего приказа. Намного больше. Короче говоря, причем я могу получить от кого? От хозяина. Потому что хозяин говорит, что у вас там распустились? Короче говоря, эта процедура учета мнения представляет собой не что иное, как отложение решение вопроса и только на какой-то небольшой срок. Потому что там тоже процедура, все это должно быть в 7 дней уложено. Посмотрите, сроки все очень жесткие. То есть я не могу взять и тянуть это дело, волынку. Нет, это будет нарушение. А я действую без нарушений. Зачем? Зачем мне нарушать? У нас все цивилизовано, страна демократическая. Какой закон принимался, его подписывал президент, а перед этим рассматривал Совет Федерации, а перед этим рассматривала Государственная Дума, а там было 3 чтения. Короче говоря, все у нас все продумано, все хорошо. Вот. И мы с вами это дело решаем. Так вот, у докеров в коллективном договоре записано другое – согласование. И до 2002 года в ГЗОТ уже в буржуазное время, ну, у нас буржуазное время можно исчислять с 1991 года, правильно? А в 2002 году еще до введения в действие, в июле было только заседание Думы, который принял новый закон, а в конце года он введен в действие. До этого согласование было везде. А теперь не согласование, а учет мнения. Вот. То есть я вам отправил бумагу на учет, на согласование, а вы пишете на нее «не согласовываю» и подпись свою, и все. И я могу выбросить это в помойку, то, что я написал. Свою этот все прекрасный тот приказ, который мне кажется чудесным и прекрасным. С другой стороны, если речь идет там о пьяницах, прогульщиках, бездельниках, вы что не будете согласовывать? Конечно, вы согласуете с удовольствием. Скажете, зачем они? Никто их не любит, они срывают работу всего коллектива, подрывают уровень зарплаты. Верно? И создают сторонников работодателя, которые, потому что они прокололись, их в любой момент могут уволить, поэтому он вызывает и говорит, вы будете вот это сделаете. А если он не сделает, то мы поднимем старые дела, и за старые дела его уволим. И все. Поэтому вот это вот очень крупное изменение произошло. Короче говоря,
Значит, администрация придумала, что делать. Не сама. И до нее так делалось. Она решила создать еще одну структуру в коллективе, еще один профсоюз. ВОО «Морпорт СПБ» после слияния вот трех компаний вместе под общей шапкой ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», после этого вот свежий коллективный договор, свежий спор, который сейчас идет, и в котором вот мне пришлось участвовать в качестве представителя президента фонда «Рабочий академик», к которому обратились с просьбой выпустить газету. Вот я, так сказать, эту задачу, эту просьбу реализовал с помощью своих работников. И вот вы тут можете видеть спор в его неразрешенном состоянии. Потому что вот сейчас началась такая работа. Я сейчас скажу, в каком смысле там, какой там спор идет. Ну, работодатель придумал, что есть ПРВТ. ПРВТ – это профсоюз работников фонда транспорта. Раньше в порту был только ПРВТ. Он так очень сердит и злобно называется «Порву всех тех». Но это профсоюз работников водного транспорта, там докеры составляли некое меньшинство, процентов 20 раньше. И поэтому он никак никаких вопросов, связанных с коллективными трудовыми спорами, решить не мог. И когда его 15 лет с ГАКом уже создали назад, профсоюз докеров, то после этого профсоюз докеров стал вести коллективные трудовые споры, стал проводить забастовочные действия, в итоге стало повышаться благосостояние всех работников порта. И те люди, которые, скажем, из администрации, смотрели немножко косо на деятельность профсоюза докеров, они потом стали выходить и спрашивать, когда вы, ребята, вы когда собираетесь бастовать? Да, зарплата не повышается, потому что от них ничего не зависит. Причем представьте себе положение ИТР. Положение ИТР какое? Уволят меня завтра и все. А вы докера попробуйте. А он говорит, меня дальше трюма не пошлешь. У него другая позиция. Короче говоря, значит, вот администрация придумала по опыту других предприятий, это не первый опыт, создать свой карманный профсоюз. Карманный профсоюз теперь называется «Портовик». В этот «Портовик» начали нагонять людей, собирать, бумажки давать, что вы вот за этих людей на конференцию будете голосовать, вам эти, под разными предлогами. Люди думают, что они подписывают что-то по технике безопасности, не особенно смотрят. И нельзя сказать, что уж такие прям политически бдительные все. Короче говоря, собрали конференцию, в самом профсоюзе 1000 человек набрали. И собрали конференцию, которая приняла решение, что теперь будет представительным органом, единый представительный орган из трех профсоюзов. РПД, Российский профсоюз докеров, ПРВТ и Портовик. А их всего три. А раз три единицы, тут решается уже в едином представительном органе по большинству голосов от профсоюзов. Всего три голоса. Два голоса в поддержку администрации и один голос от работников профсоюз работников РПД, Российский профсоюз докеров. Вот какая получилась картина. Какая получилась картина. Ну и, скажем, другой профсоюз сказал, ну что, жизнь не удалась. Они сразу, как это получилось, они и увидели, чем это, так сказать, грозит на переговорах. На переговорах администрация стала убирать все достижения, которые были сделаны, в том числе сокращать число дней компенсации за вредность. Изменила систему оплаты труда. Оплата труда была повременно премиальные. А это что значит? То есть, если у вас нет работы, вы все равно получите тариф. А если работы больше, если вы быстро работаете, то у вас премия, которая называется приработок. Если вы быстро выполняете, то вы за скорость получаете. Не только за выполнение, еще за скорость. Учитывается и то, и другое. А вместо повременно премиальной стала система просто сдельной. Ну, сделали, получили. И вот если вы там надрываетесь, то больше получите. Не надрываетесь, то меньше получите. Ну вот докеры уже в самом начале, когда это стало ясно, куда дело клонится, они уже в прошлом году проявили некоторые такие коллективные действия, сводились к тому, что они замедлили темп работы. Но если я чем больше работаю, тем больше получаю, значит, чем меньше я работаю, тем меньше получаю. Правильно? Значит, меньше работаю. И стали меньше работать.
конечно, меньше получать. И вдруг администрация увидела, что что-то у нее не то делается, и она пошла на то, что прекратила эти переговоры, приостановила коллективные переговоры, начали думать, что делать. Потом подумали и решили дальше продолжить наступление на интересы работников. Ну и тогда работники решили, это вот достижение администрации, связанное с тем, что мы установили новую систему оплаты, решили использовать на полную катушку. Ну вот они очень грамотно это. Вот это не написано в газете, это я уже у них выяснял, в чем там состоят их коллективные действия. Они так тут говорят, что мы немножко так притормаживаем, так сказать, уменьшаем объем нашей работы. А как они уменьшают? Вы работаете на одном участке, он на другом, вы на третьем, на четвертом. У каждого свои расценки. Нет никакого равенства оплаты. А как добиться единства действий всех работников, которые только тогда будут решающими действиями, когда они будут действительно едиными. А добиться надо так, что надо, чтобы все за этот день, когда мы меньше работаем, получили одинаково. Они установили норму такую, 2500 рублей и не больше. Вы сами знаете, сколько вам нужно работать, чтобы получить 2500 рублей. Вы работаете весь день. Но чтобы вы не переработали, ровно на 2500 рублей. И вы 2500, и вы. Это профсоюз посчитал, профсоюз выдвинул, все поддержали, и они приступили к этим действиям. На прошлой неделе уже было так. Потом докеры решили, что это многовато чего-то, 2500. Давайте 1500 сделаем. 1500. Это примерно уже приближается к месячной стипендии, которую вы получаете, да? К месячной стипендии, они за день. 1500. Но это гораздо меньше, чем они обычно получают, несколько раз. Вот. А что это означает экономически? Это экономически может означать, что раз медленнее обрабатываются грузы, медленнее, никаких нарушений тут нету, раз введена система сдельная, больше работаешь, меньше получаешь, больше получаешь, меньше работаешь, меньше получаешь. Меньше получаем, меньше работаем. Корабль не вошел, опоздал морской канал, и это колоссальный ущерб для порта. И так далее. Поэтому на этом этапе товарищи докеры решили прибегнуть и к политическому средству, к газете, чтобы газете объяснили свою позицию, почему они так выступают, кто тут прав, кто виноват, что позиция администрации непорядочная, потому что с ними договорились по-человечески, пообещали, что вы выливаетесь в омар порт СПБ, а мы сохраняем. А вы немножко посохраняли, а потом стали все забирать. Все забирать, все завоевания, которые были. Ну и, естественно, это вот коллектив. Если бы это были не докеры, они ничего не могут сделать. Потому что без организации это невозможно. А профсоюз докеров вот такие коллективные действия проводит. Они, можно сказать, что они вписываются в работу по правилам. Все строго по правилам. Надо будем тщательно. Вообще там много травм в порту, смертные случаи есть. Однажды погрузчик, так сказать, так и въехал в залив. На лед и вместе с тем, кто в этом погрузчике там и утонул. Были случаи, когда просто раздавливали какие-то части тела, потому что вся такая техника крупная, если она на кого-то наедет. Поэтому там очень многие, когда давай-давай этот режим, давай скорее-скорее делай, то это, конечно, очень. Только виртуозность докеров сохраняет это на таком уровне, что мало, сравнительно мало таких нарушений. Но я живу по адресу 2 Моринский, дом 10, корпус 3, а рядом есть корпус 1. И там есть такая небольшая фирма, которая делает стальные части, которые вставляют людям, у которых переломы костей и прочее. Оказывается, докеры хорошо знакомы с нашим двором. Они туда часто ездят, закупают эти вещи для того, чтобы поставить их докерам. Короче говоря, докеры более безопасно работают и соблюдают технику безопасности. Это какие претензии есть? Нет. Все без претензий. Никаких претензий. Все тихо, мирно, все правильно, все дружно. Но они совершенно определенно говорят, что это мы делаем, это наши коллективные действия. Мы требуем требования. Они объявили, заявили, и письменно излагают и разъясняют свою позицию. И обращаются в том числе и к общественности. Через это. Это же самое висит сейчас на сайте Фонда Рабочей Академии уже висит. Правда, фотографии там цветные отличаются от этого, что фотографии-то они, конечно, получаются цветные, а потом их при печати переводим
черно-белые. Они висят на сайте Фонда рабочей академии Московское отделение. Эти же фотографии висят на... Вот эта газета висит на сайте Рабочей партии России. Если вот набираете такие вот названия, вы получаете. Ну, короче говоря, это, так сказать, находится в мировой паутине. И никаким секретом, что делает администрация и что по этому поводу думают докеры, не является. И поэтому докеры это действуют открыто, гласно. И поскольку всякий человек, который выступает за какое-то правое дело, он стремится придать свою деятельность, гласность. И наоборот, если я что-то хочу у вас, так сказать, вот я посмотрел, там телефон у вас, что-то у меня, если там мешочки чего, то это я должен сделать незаметно, когда вы отвернетесь, правильно? То есть не надо мне на эту тему шуметь. Поэтому ясно, что когда идет какая-то по какому-то вопросу борьба, и она начинает принимать какой-то политический оттенок, то вот тогда получается вот такая вещь. Конечно, конечно, можно сказать, что, дескать, вот сейчас тяжелое положение, у нас в России, а тут вот, значит, вот такие действия, уменьшение работы. Но мы видим, что в это же самое тяжелое положение, я вам цитировал, что вот зарплаты такие, так сказать, в государственных даже, в государственных компаниях, я уж не говорю о доходах собственников. Зарплата в государственных компаниях, там, в той же самой Роснефти, 17 миллионов в месяц у всех членов, у каждого члена правления Роснефти. Это 15 миллионов в «Газпроме». У бедняков, таких как у РЖД, 5 миллионов в месяц. Я не знаю, свежих данных не имею по Сбербанку, который, как говорится, обслуживает старушек. Старушки туда все несут. Но я знаю, за 7 и 8 год, в 7 году было 3 миллиона 700 тысяч у каждого члена управления Сбербанка. Было 20 членов управления Сбербанка. А в 2008 году, поскольку кризис разразился, ну им... Значит, надо как-то было кого-то спасать из своих людей. Они увеличили, все, значит, везде сокращают, а тут они увеличили. И вместо 20 стало 25 человек, или 23 человека, 23, по-моему. И заработная плата месячная, с учетом бонусов. А бонусы – это вообще перевод на русский язык премии. А премии, согласно Трудовому кодексу, входят, составляют часть зарплаты неотъемлемую, они не являются чем-то другим. Все доплаты, приплаты и так далее, и переплаты – это все зарплата, для, если это работников касается. Вы видели, чтобы там вдруг пришло сокращение по этой части? Мы не видим. В это время как раз, вот в эти кризисные годы, на 150 тысяч рублей увеличилась зарплата там, членов Государственной Думы, значит, государственного аппарата, колоссальные прибавления были. Ну а что касается вообще доходов, то у нас самые большие доходы от труда или от собственности. То есть я сейчас говорил о служащих госкомпании. Это все-таки люди, которые получают зарплату высокую, там, топ-менеджеры, да? Но это зарплата. А самые большие доходы у нас от труда или от собственности? От собственности. От собственности. А какие доходы от собственности? В каком форме они идут? Дивиденды. А дивиденды каким налогом обкладывались до этого года, до 14-го? Сколько процентов? Скорее 15. Так что, наверное, по доходам разъединить. Вот, наверное. А то вы проверили бы. Наверное. Вот так вот тоже я думал, что, наверное, оказывается, доходы на дивиденды. Ну вот до последнего года, сейчас их, вот сейчас принят закон, что с 2014 года будет по такому же принципу, то есть 13%. А было 9%. По другому принципу, что бедные должны помогать богатым, потому что если бедные не будут помогать богатым, то будет, не будет ни богатых, ни бедных. Это же безобразие. А потом вы можете назвать еще хоть одну страну, где было 13% и была бы плоская система налогообложения? Она была регрессивной до 2014 года, а сейчас плоская. Есть какая страна? Вот мы на эту тему уже говорили, что вот если вы возьмете там Англию, Австралию, там, Канаду, там, Испанию, какой там. Там, значит, идет рост процента в зависимости от величины дохода. И доходит до 50%. Если возьмете Соединенные Штаты Америки, 33%. В Советском Союзе было 38%. Ну, минимум вообще был, так сказать, необлагаемо. А потом шло от 12% до 38%.
так? А во Франции сколько максимальная ставка на самый большой доход? Сколько процентов? Знаете? Ну, вы слышали же, вот, скажем, чем знаменит Олланд? Что он хотел добиться, чтобы было 75%. Он представитель левых или правых? Правых. Правых. Как-то так вот это совместимо с тем, что он правый. Но вот люди немножко в политике, так сказать, плохо разбирающиеся, не увязывающие ее с экономикой, они думают, что он какой-то такой вот прямо сторонник, представитель нищих слоев общества. Он берет из богатых, берет, хочет взять 75%. И так он всех напугал, что даже один из известный артист, Депардье, убежал и попросил у Владимира Владимировича гражданство российское, чтобы не платить такие доходы, такие налоги. И его сразу в Мордовии разместили в квартире, дали ему паспорт, и он теперь у нас участвует в нашей культурной жизни. А в чем фокус-то, так сказать? Вот что, если он представитель правых, почему? То есть какого капитала крупного, самого крупного и самого богатого? Почему самый богатый капитал? Что такое самый богатый крупный капитал? Это тот, который уже рулит государством. Поэтому если государство соберет большие деньги, это для этого капитала плохо или хорошо? Хорошо. Хорошо, правильно? Вот если мы с вами сидим, влияем на деятельность государства, а вот эти два товарища не влияют, ну вам плохо, а нам хорошо. Поэтому мы со всех будем соскребать много и с вас сострижем. А когда начнется раздача потом того, что мы собрали, а раздача в чем состоит? Госзаказы. Мы вот с ним получим хорошие госзаказы. А вам, мы тоже вам хотели дать, но вам уже не досталось. А вы сдавали. И что получается? Получается, что вот эти вот, как вот первую часть люди все видят, там стригут, как их здорово. Так что стригут? Состригают, чтобы потом раздать. У вас же тоже сердце как работает? Значит, сначала приходит кровь, а потом она уходит. Это, так сказать, надо. Нельзя рассматривать как один так. Надо все так-то рассматривать. Политические, экономические. То есть вот при этом быстро могущество монополии укрепляется во Франции. И государство. А у нас государство, ну как бы оно тоже вот все создает, какие-то корпорации крупные, и все тоскует руководителя государства, особенно вот Дмитрий Анатольевич. Он, когда вот я последний раз его слушал, когда он высказывался по поводу корпорации двигателестроительной. Опять говорит, вот создается двигателестроительная корпорация. И вот Дмитрий Анатольевич говорит, вообще-то государство должно уходить из экономики. Хотя вообще-то, с точки зрения кейнсианства и с точки зрения, которое победило вообще в экономической науке, является прогрессивной с момента вот этого кейнсианства с 30-х годов, после мирового экономического кризиса 29-30 года, государственное регулирование экономики должно быть. Это современный капитализм. А там, где нет государственного регулирования, это отсталый капитализм. Капитализм свободной конкуренции. Более того, конкуренция к чему ведет? Ну, если мы с вами конкурируем. Монополии. А монополия самое крупное государство. Поэтому без государственного регулирования вы не можете победить другие государства в экономической области. И поэтому наши товарищи, там вроде и оборона у нас есть, и там и техника хорошая, и там и то, и сё. Но если у вас нет соответствующего государственного регулирования, а какое у нас государственное регулирование? Да вот есть эти корпорации, они себе в карманы много кладут. А как они, чем руководствуются? Вот я вот создал государственную корпорацию. Представите себе, могу я создать? Могу. Ну, как государство мне поручило. Видите, мы тут лекции ведем, все хорошо. Значит, я государству должен из чего платить, как вы считаете? Из прибыли, да? Ну, как делают люди, знающие? Ну, не надо все в прибыль-то перекачивать. Вот если я установлю себе и вам, вы у меня будете работать. Мы с вами будем работать. Мы себе, давайте сделаем зарплату такую большую. Она куда попадет? В прибыль или в издержки? В издержки. А государству объясним, а мы вам из прибыли платим, как положено. Правильно? То есть мы чисты перед законом, мы ничего плохого, вы ничего не сделаете. Это не то, что мы не уворовали, взятки никому не давали. А просто взяли себе зарплату. Какую вам зарплату хотите? Какую хотите? Сколько миллионов в месяц? Че? Ну 17 не надо. Это пусть Игорь Сечин там, он друг Путина. Не надо там, слишком можно. Давайте где-то так. Сколько вам надо? Как бы 10. 10? Ну нормально. Там вот 10 ни у кого и нету. Там есть больше, есть меньше. Давайте 10. По 10 мы берем себе. Все. У нас будет по 10 миллионов. А вы будете, так сказать, вы в образовании, вы в медицине. Что вам? Вы в науке. Вы бюджетники. Мы вас кормим.
смотрите, сколько вы получили от нашей организации, от нашей у нас государственной компании. Ох, сколько, какую прибыль и какую часть, все вы проели, а мы из прибыли вообще ничего не получаем. Мы вообще бедные люди, живем только на издержки. Вернее, наша зарплата входит в издержки. Что я нарушил? Ничего не нарушил. Причем так организовано это дело, что как будто это, если бы это было, скажем, министерство, понятное дело, там, ну, можно еще накинуть, но там как пределы какие-то есть, торчит. А это же все организовано как ОАО, у нас ОАО, то есть мы как бы, и это преобразование делается, то есть у нас особые корпорации, она как ОАО действует, то есть мы как бы на рынке. А на рынке мы сами себе все устанавливаем, правильно? Мы добились этого. Мы за что боролись? За какие рыночные реформы? Боролись и доборолись, что мы сами устанавливаем. А все, что из прибыли, когда получится, мы из прибыли государства щедрой рукой. Почему щедрый? Потому что у нас не как во Франции 56,8%. 56,8% во Франции. Это 75% не удалось, а 56,8%. Давно во Франции существует максимальный предел налогообложения. Если я миллиард евро получил, я 568 миллиончиков отдаю. Почему? И жду, когда я получу заказ на 60. На больше еще величину. Отдаю туда, потом получу. И не страдаю, потому что я в этом деле все понимаю. Это наши же люди, они там сидят, они наших, мы же и продвигали их туда, во власть, правильно? Они без нашей власти не выиграли бы ничего. Ну вот мы как бы эти вопросы с вами, коллективных трудовых споров, немножко так рассматриваем с более широких политических позиций, тогда они такими примитивными, что мы сидим и, наверное, чуть перетягиваем. Я сюда тяну, а вы тяните туда. Ну, поскольку у меня вроде как силы больше, я и перетягиваю. Ну, а если люди что-то скомбинировали, вот как скомбинировали сейчас в Оборпорт СПБ, 3, и получилось, что докеры вроде в меньшинстве. Но докеры, они хоть и в меньшинстве, они тоже понимают, а кто основной силой является в порту? Вот это все, вот вся эта надстройка и бухгалтерия, и весь этот управленческий аппарат, и даже служба механизации, и те там, и уборщицы. Это кто такие? Это все вспомогательные. Потому что порт – это перегрузка. Это перевалка грузов. С поезда, из вагонов в трюм, или из трюма в вагон, или из трюма в контейнер, из контейнера куда хотите. Можно контейнер прямо везти. Все остальное к этому прилагательно. Поэтому если не понимает руководитель компании, что главным звеном, главной силой в порту являются докеры, он вот столкнется вот с таким сопротивлением, которое сейчас вот имеет место. И столкнулись. И кончается это обычно тем, что вот докеры, вы как вы его снимете? Как вот я сниму докеры? Ну как можно снять, особенно когда они одно и то же делают все вместе, их тысячи. А вот если вы у меня заместитель, я на вас посмотрел сегодня, мне не понравилась ваша борода. Завтра вы уже не работаете. Так? Потому что они все сидят на контрактах. И контракты эти такие, что решение администрации в любой момент. Ну, парашютик мы вам дадим. Сколько месяцев хотите? 5, 6 месяцев дадим вам, чтобы вы не шумели, там не обращались никуда. Вот вам 6, это нам ничего не стоит. Например, я знаю, у нас коллега один работал в американской компании, она недавно у нас тут закрылась, получил золотой парашют в объеме 1 миллион, ну и особенно поэтому не расстраивался. Через неделю он взяли уже другую компанию, тоже в американскую. Чего такого страшного? У нас же вот долго 22 месяца, а вы знаете, золотые парашюты у всех руководителей, губернаторов областей. Дескать, если вот вы... А потом мы-то с вами, если мы с вами в одной компании работаем, мы себе какие напишем парашюты? Если нас с вами увольнять, сколько надо нам должны дать окладов? Не жалейте, не жалейте, не надо их жалеть. Это люди пустые, вот, они там сидят. Ну, 12 хотелось. Ну, 12 хотелось. Вот это нормально. Такие примерно хотя бы и такие стоят. 12. А у нас сколько с вами? По 10 миллионов? Угу. Ну вот, значит, вы должны получить 120 миллионов, и я 120. Ну, вот. Вот так, собственно говоря, вот генерирующие компании. Один из руководителей генерирующей компании вот себе получил 120 миллионов и попыталось государство это дело вернуть назад. И что? Оно подало в суд. А у нас же с вами трудовой договор, правильно? Ну, я как руководитель подписал вам трудовой договор. Вы в согласии с трудом. Вы работник.
надо работнику защищать же. Защищать. Я, между прочим, тоже трудовой работник. Я тоже сам себе подписал. Но уже я себе подписал не как лицо, а как генеральный директор. И у меня тоже трудовой договор. И в суд мы представили трудовые договора. Суд посмотрел, вот эти бузят, что вы бузите? Все у нас хорошо. Мы все сделали по закону. У нас такой трудовой договор. Как заключен, как написано в трудовом договоре, так должно быть и выполнено. Потому что права работников священны. А мы работники. И все в порядке. Все хорошо. Это вы можете, если вы читаете, допустим. Ну, я читаю по необходимости каждый день газету «Коммерсант». И очень считаю это чтение полезным, потому что эта газета пишется не для трудящихся, не для работников, а для самих коммерсантов, самими коммерсантами. И они поэтому не особенно, так сказать, скрывают там свои доходы, тем более они не секретными не являются и, так сказать, не очень скрывают, так сказать, вас, за что они борются. Точно так же, как, например, сегодня вы знаете, я говорил, что есть доклад советника президента Глазьева, который политически ставит вопрос, но вслед за ним выступил Столыпинский клуб, который возглавляет Титов, один из бывших губернаторов. И сейчас он является омбудсменом, защищающим права предпринимателей. И он выступил примерно с таких же позиций. То есть для российской буржуазии, которая тоже хочет получить государственное регулирование, то, что сейчас происходит, ее не устраивает. И она хочет 4% иметь, процент на кредит. 4, а не 24. И требования ее вполне понятные. Почему? Потому что у нас, ну, максимальные, может быть, так, 14% доход, норма прибыли. Вот, а обычная 4% норма прибыли. Ну так я хочу получить кредит, который я могу отдать. А зачем мне кредит, который я отдать не могу? Это будет похоронный кредит. Я его взял. Ну, знаете, если все равно умираю, так получим кредит и гульнем напоследок. И так сейчас и получается, потому что другого тут смысла нет брать кредит. Или никто не берет, или берут на это. А потом думают, как себя обанкротить. Что значит обанкротить? Это значит, я у вас сейчас взял. Сколько с вас взят? Давайте хотя бы по 5 тысяч у вас. Больше же не получишь же. По 5, раз, два, три, четыре, 20 тысяч. Ну, мало, конечно, для хорошего ресторана. Ну, вот я сейчас выйду, потом зайду, сделаю хмурое лицо такое грустное. И скажу, вы знаете, товарищи, я обанкротился. Что это значит? Что не отдам я вам эти деньги никогда. Да если это я вас просил, говорю, я вам отдам, а тут, ну, обанкротился, это святое дело. А теперь вы должны мне еще помочь, поскольку я банкрот, да? Надо же меня пожалеть. То есть банкротство – это такое средство избавиться от всех долгов. Например, это к этому приему прибегает не только отдельные компании, но и государство, в том числе его президент. Например, Балтийский завод вам знаком? Балтийский завод находится на косой линии Васильевского острова. Балтийский завод был в собственности у Пугачева, которого сейчас разыскивает наш Интерпол по решению, значит, наших, соответственно, соответствующих органов. Вот Пугачев был собственником и Балтийского завода, и завода Северной верфи. Как он стал собственником двух таких крупных заводов? И, конечно, Межпромбанк у него еще был. Я разные предположения высказываю, но наиболее такое, вот, мне кажется, реальное. Он, наверное, сверхурочно работал на стройке. И носилки носил, и вот накопил на такие вот крупные предприятия. Причем Северная верфь только военные корабли, только военные. А Прибалтийский завод и военные заказы имеет, и имеет заказы на изготовление кораблей, ледоколов. Атомных. И вот, значит, поскольку там все стало заваливаться, и Северная верфь, и Балтийский завод, государство решило вмешаться, забастовки там были работников, которые стали защищать свое предприятие. В этом смысле, с политической точки зрения, больше заинтересован в существовании предприятия, конечно, коллектив, потому что для коллектива вот он здесь работает, его вся жизнь. Ну, не будет предприятия, у него ничего нет. Ну, а если я, вот у меня был Балтийский завод, а я купил мясной комбинат. 5 мясных комбинатов. Вас какое дело? Я просто перелил свой капитал в другую отрасль. Имею право.
Имею. А потом я решил сделать ботинки. Ну, мало ли чего я решил. Вообще это мое дело, короче говоря. Поэтому будет это то, вот Межпромбанк у него был, он начал их продавать активы, Пугачев. Поскольку он был членом Совета Федерации, то он получил доход, ну, раз продает такие вещи, как завод, 2 миллиарда. А с 2 миллиардов, если член Совета Федерации, он должен платить налог. Он платил, доплатил налог. 13%, подумали, 2 миллиардов 13%. Ерунда. Не 56,8, как во Франции, а в нашей дорогой России, как видите, хорошо. Здорово все обеспечено, удобно. Значит, он все заплатил. Ну и Межпромбанк его рухнул. И вот Владимир Владимирович приехал в Балтийский завод спасать. Проанализировали, что с ним делать, и решили, что спасти его невозможно, потому что он весь в долгах, как шелку. То есть, и... Причем долги все записаны, никуда их денешь, никуда не денешь. Ну, это вот вы будете там разбираться с Балтийским заводом, но мне-то отдайте, если я... кредитора Балтийского завода. Отдайте, пожалуйста, Адам, это ваше дело, как вы там будете. Корабли, значит, какие у вас с Пугачевым отношения. Мне-то отдайте мой долг. И что решило сделать государство? Государство решило создать другую организацию под названием Балтийский завод с каким-то прибавлением. Прибавление никак могу, не могу запомнить. Не Балтийский завод, а еще Балтийский завод, если то было ООО, а это какое-то другое ООО. И вот это на другую вот это О, дать все заказы, а на том, на Балтийском заводе, оставить все долги. Всех работников перевели. Они все написали заявление, им посоветовал Владимир Владимирович, напишите заявление, что вы переходите вот в это, другое, другой Балтийский завод. Они перешли все в другой Балтийский завод, а прежний Балтийский завод обанкротился. А раз он обанкротился... Ну вот я к вам прихожу задолго, вы говорите, Михайлович, мы вам уже никто ничего не должен, извините. Наоборот, вы должны помочь тем, кто обанкротился, правда? Ну, потому что вроде как в порядке вещей, что надо помогать же тем, кому тяжело. Вот ему сейчас тяжело, а вы пришли еще и хотите его прямо, ну вот, ну совсем же хотите замучить, так же нельзя. Так? Вот такая получается интересная картина с этим делом. Ну, вот здесь какие перспективы? Этот вот Ваумарпорт СВ, этот профсоюз, портовик, поскольку он слеплен, как узнать, липовый он или не липовый? Ну, вообще профсоюзы создаются для чего? Для защиты прав. Я бы даже сказал не защиты прав, а защиты интересов. Почему мне всегда эта формулировка не нравится? Потому что все человек права защищать. Права – это вот их устанавливает... Государство, от чего вы хотите их защищать? А кто на них нападает? Вы нападаете на закон? Я не нападаю. И вы не нападаете. Чего их защищать? А защищать надо и ваши интересы. А вы права используете для защиты своих интересов? Будет хорошо. Наоборот, надо использовать права для защиты своих интересов. Я бы так сформулировал. И это немножко по-другому получается. А вот человек говорит, вы защищаете свои права. Ну, допустим, у меня есть право на жилье, а жилья нет. И я иду вместо того, чтобы решать проблему жилья, защищаю право на жилье. А что его защищать? Никто не отбирает. У нас у бомжей есть право на жилье? А? Есть. Есть. Жилья нет у них, а право на жилье есть. Это еще Чернышевский объяснял. Говорит, вот права человека. Что они означают? Что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет золотого блюда, ну, я дам на время вам. Можете попробовать, там неплохо на нем. Гигиенично, вполне хорошая вещь. Право. Есть даже, я уже говорил, как объясняют юриспруденцию некоторым людям, которые не очень понимают, в чем она состоит. Приходит простой человек к юристу и спрашивает, а имею ли я право? Тот говорит, да имейте, имейте. Имею ли я право? Да имейте, имейте. Ну что вы не даете мне спросить? Имею ли я? Да имейте, имейте. А могу? Нет, не можете. То есть право-то есть на это, а этого-то и нет, право на что есть. Поэтому защита, да, пожалуйста, защищайте. И вот как узнать, профсоюз это, профсоюз настоящий или липовый? Если он защищает интересы работников, то есть стремится к улучшению их жизни, то это профсоюз действительный. А если этот профсоюз, он вроде зарегистрирован, а бумажки все оформлены, есть председатель, есть устав, есть то, есть все.
А он не защищает интересы работника, а защищает интересы противоположной стороны. Значит, это на самом деле не профсоюз, а это другая организация, цель которой разрушить профсоюзы. И это вот определить можно только при такой политической постановке вопроса, который посвящен наш курс. То есть к чему, так сказать, мы должны себя приучать и на что настраивать. Что все, так сказать, все эти проблемы и все ситуации, конечно, я вам тут не расскажу в течение этого курса, потому что их много, и они будут новые и никогда не похожие. Но надо рассмотреть шире. Нельзя смотреть на это так, что вот просто идет какая-то борьба за какие-то интересы. А есть всякие комбинации, в том числе политические, очень крупные комбинации. И если это вообще не профсоюз, надо ставить вопрос не о том, как с ним там переговариваться, а надо ставить вопрос о его ликвидации, потому что он не соответствует. Еще вот никто в суд не подал. А в суд подать нетрудно. Выиграть трудно, а в суд-то подать. Почему не подать? Подать в суд. Или сказать, что мы вот, или объявить. Вот для начала объявляется он. А что сделал работодатель? Он взял и профсоюз докеров объявил, раз профсоюз докеров требует улучшения положения работников, он взял и объявил публично его недоговороспособным. Что должен сделать в этой ситуации профсоюз? Должен объяснить, что на самом деле недоговороспособным является работодатель, потому что он пообещал одно, а обещание свое не выполнил. Если вот вы не выполняете свои обещания, я вот вас объявляю недоговороспособным. Это что означает юридически? Ничего не означает юридически. Мало ли чего я сказал. А вы скажете, мало ли чего вы сказали. Действительно ничего не означает. А политически означает. Это значит, я вот вы с ним не имеете дела, потому что он недоговороспособный. Он вероломно нарушает все договоренности. Поэтому ничего ему не давайте, не слушайте его. Потому что... И тогда смотришь, от него народ начинает уходить. И ко мне приходить. Он взял и меня объявляет. Вот кто кого тут в этом смысле не переспорит, тут уже какой спор? Это борьба политическая, правильно? Спор. Что? Это уже как-то, по-моему, тут спор – это попытка как бы выяснить истину, а тут у нас просто две истины. Я свои интересы защищаю, он другие. Причем тут истина? Это истина, что я вот заинтересован, как владелец этих активов, как собственник, в наращивании своего капитала. Что тут непонятного? Моя истинная позиция, а ваша позиция – не истинная. Вы мешаете развитию моего капитала. Вы враг развития производства. Я производство отождествляю с моим капиталом. Правильно? А вы доказываете, и у нас сегодня лекция называется «Аргументы сторон». А вы доказываете, что главной производительной силой являются работники. Не будет этих работников, не будет улучшаться их положение. И весь ваш капитал треснет, и сами вы, и руководители ваших разгонят. Причем с формулировкой «не нашли». Общего языка с коллективом. Когда проигрывает администрация, так и бывает. И все они летят. И вот люди, которые долго работают в порту и в других таких серьезных компаниях, где есть серьезные профсоюзные органы и серьезная профсоюзная организация, они очень хорошо знают, что и этих нету, и этих нету, и эти сменились, и те сменились, и туда улетели. А докеры остаются на этом производстве. А начальников у тех уже и нет, они все далече. Собственники тоже остаются, они устойчиво более-менее находятся. А вот это вот промежуточное звено, которое торопится, так сказать, вот тут где-то вот усердствует в том, чтобы ухудшить положение работников и занимается всякого рода политическими махинациями, а это политическая махинация, когда создается вдруг другой профсоюз. Ну, я могу и шире поставить этот вопрос. А вот сама эта вот картина профсоюзного движения у нас какая? Какие вы знаете объединения профсоюзов российского уровня? А? Какие вы знаете профсоюзные объединения российского масштаба? Вот если так поставить вопрос, то вроде бы как сразу и не ответишь, да? Ну, потому что об этом особенно так разговоров просто на всякий случай и нету. Но я могу вам, как говорится, сказать, что я вот знаю три, по крайней мере. Три, потому что есть такие, которые претендуют на профсоюзное объединение, как соцпроф, например. Но оно, так сказать, серьезным объединением таким не является. Недостаточная у него величина. А три – это следующие. Во-первых, Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР. Она преемница тех профсоюзов, которые были в советское время. Причем преемница...
именно в юридическом, скорее, смысле или в историческом смысле, потому что, скажем, те профсоюзы, которые были в советское время, ФНПР, они вот поддерживали выборы через трудовые коллективы. Вот, и они, можно сказать, тогда, когда разложилось уже КПСС и государство, они еще не разложились. Поэтому они, так сказать, на этом фоне того разложения, которое было к 90-м годам, они, так сказать, смотрелись весьма положительно. Но, в отличие от КПСС, которая сразу потеряла всю свою собственность партийную, а это, значит, всякие здания там, ЦК, где сидит администрация президента, как вы думаете? Не знаете, нет? На Ильинке она сидит, это помещение ЦК КПСС. Я там неоднократно бывал, знаю хорошо. Вот. Туда вы можете напишите, с Ильинки вам пойдет Мехмецов. А вот что касается профсоюзных всяких фондов, они так перекочевали, в России, по крайней мере, они перекочевали в ФНПР. И руководство ФНПР больше всего увлеклось сдачей в аренду этих вот домов отдыха, санаториев там и прочих, профсоюзных. Ну вот, скажем, Сестрорецкий курорт – это профсоюзная собственность. Или если вы пойдете в дворец труда, что вы там увидите? Ну, церковь вы увидите сразу, вы пришли туда, вот вы тут. В горячке борьбы экономической и политической. Заходите в дворец труда. Тем тишина такая. Прямо пойдешь, в церковь попадешь, направо пойдешь. Самый лучший в Ленинграде туалет там, потому что музыка звучит. И у меня такое было представление, я сейчас туда попадаю. Представляете, штаб сейчас тут борьбы. Экономической. Ну, экономической борьбы. Нет, там тишина полная. Огромные, красивые такие помещения, и никого нету. А потому что никому, никто туда и не обращает. А почему не обращает? А потому что незачем. А там зато решается вопрос, что, когда и кому сдать в аренду. И если вы думаете, что ваши профсоюзные взносы кому-нибудь нужны, и вы будете их меньше платить, ну и платите меньше. Это не имеет никакого значения. То есть можно за счет этой аренды оплачивать всех руководящих профсоюзных работников и не воевать за права трудящихся. Вы слышали, чтобы ФНПР вдруг организовала митинг или движение за повышение реального содержания зарплаты? Это вот это государство написало такое. В 130-й статье Трудового кодекса оно написало обеспечить. Государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Может, за Греча написала. Потому что как она собирается гарантировать, когда инфляция идет все время? И это государство в этом участвует. Но написала. Может, оно имеет в виду государство, работодатель, что я вот вам дал право на забастовки. Вы бастуйте и повышайте себе, я вам даю. Ваши требования не только справедливые и обоснованные, но и законные. Давайте, вперед. Вам же дано право на забастовку, а вы им не пользуетесь. Но если вы не пользуетесь, вы не хотите повышать свой жизненный уровень. Но если вы не хотите, извините. И за вас я бегать не буду. Потому что у меня зарплата больше, чем у вас. Я найду, как ее потратить, чем бегать по вашим делам. Логично? Логично. В 134-й статье, которая обращена прямо к работодателю, написано «обеспечение», в заголовке написано «повышение уровня реального содержания заработной платы». В тексте самой статьи ничего там к этому не добавлено, кроме одного, что оно включает в себя индексацию. Ну, конечно, повышение включает в себя, чтобы если я повышаю ваше содержание, повышая уровень реального содержания вашей зарплаты, естественно, я должен поднять заработную плату выше, чем индекс инфляции. Правильно? Mm-hmm. То есть индексация уж точно это включает. Но это примерно такое же разъяснение, что пятерка включает в себя четверку, тройку, двойку и единицу. Согласны? Пятерку включает же. И вот люди не читают этот заголовок. А заголовок относится к статье? Голова – это надо? Это существенно? Мысли вообще в голове прежде всего находятся? К заголовку надо уважительно относиться. Это и есть содержание. Главное содержание статьи. А больше ничего там не сказано. Значит, вы боритесь за это тогда. Я так понимаю, весь раз мы читаем кодексы, из духа кодекса видим, что даны есть разделы о партнерских отношениях, о коллективных переговорах,
о коллективных трудовых спорах. А вы что хотите, чтобы я ходил, чтобы правительство, Дмитрий Анатольевич, ходил и каждому из вас повышал зарплату? И бегал, так сказать, вместо вас, говорил с вашим начальником. А Дмитрий Анатольевич говорит, а вот у вас есть все по закону, и действуйте, пожалуйста. А мы тут при чем? Мы вам все дали, а вы не воспользовались. Но если вы не воспользовались, вы не хотите. Если вы не хотите, зачем мы вам будем повышать? Даже странно, правда? Вы же, давайте, сейчас у нас на философском факультете объясняют, у нас гражданское общество, вы должны сами выступать, за все бороться. Так, вперед. Ну, по закону. А мы тут строго с вами по закону рассуждаем. Мы же сейчас не ставим вопрос по-другому. Есть другая картина постановки вопроса. А вот переход к другому общественно-экономическому, это не исключено. Но мы, так сказать, это прекрасно понимаем, но мы сейчас обсуждаем политические вопросы в рамках данного общественно-экономического строя с учетом его устройства. Оно так устроено. Что вам даны права, и боритесь. А что, где-нибудь повышение заработной платы в Западной Европе, оно не забастовками получено? Вот скажите честно. Честно, вот оно чем получено? Что, вот пришел работодатель, говорит, вам зарплата в два раза больше. А потом к вам пришел, вам в три раза больше, а вам в четыре, потому что вы так вот хорошо сидите тут на первом ряду. Вам, конечно, в четыре. И вам приятно. Хоть даже и не дали, все равно приятно. Вам уже, моя, сколько у вас миллионов? 10? Да. Ну, а вы уж не должны обижаться, по-моему. Вы у нас отдельно идете особой статьей. 10 миллионов в месяц. И не надо завидовать, не надо считать деньги в чужом кармане. Вам это разъясняли? Разъясняли. Это тоже политический момент. А то начнете считать, откуда у нее деньги. Как откуда? Честно заработаны. Просто она успешная, а вы не успешные. Вы не видели такого объяснения, правильно? И я успешный, потому что у меня тоже 10 миллионов. Видите, мы два успешных человека. Мы как бы вот был общий старт, мы сразу раз со старта побежали с ней. А вы там что-то думали, думали, а честно это, нечестно это, вот хватать-то народное добро. А мы говорим, как, раз оно народное, значит наше, и мы и забрали. А вы пришли, а уже его и нет. Вы просто опоздали. А кто опоздал, тот не успел. Я правильно излагаю? Вот. Вот аргументы. Это разве не аргументы? Нам их, между прочим, так. Ну, не навязчиво, но так выпускают их средства массовой информации. Или вы неуспешный, или вы плохо просто не энергично действуете, или не работаете. Да? А чего вы тогда, если такой умный, такой бедный? Почему вы такой бедный, если такой умный? Вот мы вот не бедные, значит, мы вот умные. И так далее. То есть... Надо эту вот картину вот так вот и рассматривать. Тут, как говорится, нам помогли товарищи докеры, они дали нам свежий материал, потому что не так много таких сейчас выступлений. Я мог бы сказать и сослаться на то, как политически правильно действовал профсоюз совет диспетчеров. Вот сейчас мы говорим о аргументах сторон. Кажется, что эти аргументы сводятся к тому, что я вот вам буду одно говорить, вы мне другое. Ну, как вы думаете, если... Если я вот вас, вы вот мой юрист, и я вас послал на переговоры, то если вы будете не то говорить, что я вам сказал, и чего-то уступите, завтра вы не юрист. И ваша зарплата высокая улетела, правильно? Поэтому кто представляет себе переговоры так, что я вот прихожу и вас убеждаю, 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 а вы не убеждаете. И все думают, что надо психологию изучать. Да надо психологию изучать. Я, конечно, мы не против изучения психологии. Но вы же понимаете, что это не психологический вопрос. Потому что если она согласится с моими аргументами, а я пришел защищать интересы другой стороны, противоположной, ее уволят завтра. Она это хорошо знает. Более того, если она просто скажет, какой доход у предприятия, хотя это не секрет. Дескать, это не секрет, идите там, ищите на сайтах, где хотите. Но мы-то вам не обязаны сообщать доход. Это не секрет, но у нее и обязаны. Правда, написано в кодексе, что вы обязаны предоставить с трех сторон всю информацию для переговоров. Но не написано, какая ответственность за это. Раз не написано, нам что говорил Михаил Сергеевич еще, преснопамятный? А вот то, что не запрещено, то разрешено. А если даже запрещено, какая ответственность? Мы как раз и заглянули в административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях. И что обнаружили? А обнаружили мы там, что вот больше чем 5 тысяч за уклонение от коллективных переговоров, за выполнение, за невыполнение коллективного договора, больше чем 5 тысяч нас никто не возьмет. И что после того, что записано в административном кодексе, вы хотите, чтобы я, так сказать, что-то обнародовал, чтобы вы там вот пользовались, это, нажимали, чтобы вы это много слишком знали. Не будете вы это знать.
А кто выдаст, тот больше не работает в нашей компании. Вы же не докер. Ну, докера мы не увольняем. Пусть грузит, а вы больше не нужны, и все. Надо тоже понять, когда говорят, вот, а как они такое говорят, а как они так ведутся на переговорах, а как им так еще себя вести. Вот мы как-то участвовали в переговорах с представителем высшего руководящего состава морского порта Санкт-Петербурга. Вот так убедительно, так вот, и он, видно, что он умный человек, на все, так сказать, реагирует очень. А потом доходит до какой-то точки, он как будто он тут вот тут все. Тут он ничего не может сказать. А почему? Потому что большой балда ему это запретил. Какова позиция работников? Они вот тоже выслушивают, соглашаются, вроде говорят, ну мы еще пойдем в бригады, поговорим. В трюм пойдем, поговорим, спросим. В следующий раз приходит. Вы знаете, мы с вами в прошлый раз вот думали согласиться уже, чуть было не записали протокол. Но нам наш большой балда, который там сидит в трюме, не разрешил. То есть вы как бы, у вас есть хлопсиник, а вы его представители. А у нас есть вот коллектив, а мы его представители. И вот и позиция на переговорах. Так? Так. Ну, все это, конечно, говорит о том, что относиться к этим делам, как к разрешению коллективных споров, без учета этих политических методов, ну, даже довольно и глупо. Хотя вот мы там, когда излагаем, наоборот, у нас это больше пригашено, когда это речь идет на третьем курсе, я вот читаю аналогичный курс вроде, социально-трудовые конфликты и их урегулирование, технология. Но это технология, а это уже не технология, это побольше. Так вот, я сказал, вот ФНПР. Руководство ФНПР входит в руководство Единой России. Это политическая структура, Единая, правящая партия. Так, берем другую. Другое объединение, крупнейшее, это Конфедерация труда России, КТР. Председатель, там руководство такое, председатель, президент и генеральный секретарь. Президент Павлов от Союза моряков. Председатель Кравченко, член президентского совета. Он чьи интересы будет представлять? И наибольшим влиянием в этой вот КТР пользуется «Справедливая Россия». Значит, одна шапка накрывает ФНПР, «Единая Россия», другая шапка накрывает КТР. Вот больше крупных объединений у нас нет. В КТР сейчас сконцентрированы те профсоюзы, которые до этого были как бы свободными. Они вроде как туда-сюда гуляли, чего хотели. Эта свобода закончилась. Не в том смысле, что кому-то что-то запретили. Нет. Просто они как бы лично объединились вот, по собственному желанию. Но так, когда они объединялись и думали, без политики обойдемся. Без политики не обойдешься. Если вы не хотите заниматься политикой, политика начинает заниматься вами. И она приходит к вам в дом и решает все вопросы. Потому что не вы там дома решаете, какое будете платить за ЖКХ сумму. Это когда решат, вы узнаете, придут счета к вам прямо домой. И увидите, что, оказывается, проводится политика, вас выдавливание из домов. А вот если у вас трехкомнатная квартира, государство может помочь вам переехать, и вам трудно платить в двухкомнатную. А если у вас двухкомнатная, то государство может помочь вам переехать в однокомнатную. А не хотите ли вы переехать из центрального района, здесь потому что будут двухэтажные квартиры делаться, вот туда на край. Ну, немножко прокатитесь, там вот свежий воздух, спальный район туда подальше. Или в область. В область. Раньше убивали. Первое время после 90-го года убивали, типа, заставляли, так сказать, подписаться, угрожая оружием, что вы приватизированную квартиру отдаете. У меня, например, не приватизирована, у меня отнять ее нельзя. Она государственная. Вы мне придете с ножом, я говорю, да я бы с удовольствием, но она не моя. Идите к государству, там у них тоже есть сила. Вы там с ними померитесь, я тут ни при чем. И убивали. Сейчас не убивают, сейчас подпишите, что вы менялись со мной на область. А там вас забыли, и все. Ну, я, может быть, не очень приятные вещи рассказываю, но мы как бы находимся на выдании, да, это старший курс, старше уже нету, у нас выше уже высшего образования нету, и мы должны вот выходить в жизнь, так сказать, уже такую серьезную, с полным пониманием того, с какими препятствиями, там, и сложностями мы можем столкнуться, и вы понимаете, что там абсолютных решений здесь нет, но, во всяком случае, без решения политической области некоторые экономические вопросы решить нельзя, поэтому... Вот доклад сделан,
Совету Безопасности товарищем Глазьеву. Столыпинский клуб сделал аналогичный доклад, тоже его опубликовал. А решения-то нету по этому поводу. А раз нет политического решения, по-прежнему денежный блок наносит такой ущерб нашей экономике, который неизмеримо выше, чем все санкции всех иностранных государств. И у Глазьева в докладе, который вот, вроде бы как сначала смотрелся как экономический, но он называется на самом деле очень политизированно. Речь об устранении угроз, да? О неотложных мерах по устранению угроз существованию России. Очень политически сформулировано. Но никаких мер пока по устранению угроз существованию России пока еще не принято. Вопрос решается. И если он не будет решаться политически, значит, существование России начинает провисать. Так вот обстоит дело. Ну вот, как меня просили политизировать, возможно, эти вопросы, я их максимально политизировал. Спасибо за внимание. Спасибо. Всем доброго.